эфы. Это небольшая змея длиной 60-80 сантиметров, обитающая от северо-запада Африки до пустынных местностей Индии и Пакистана. По официальным данным, песчаная эфа убила больше людей, чем остальные африканские ядовитые змеи, вместе взятые. Но это связано в первую очередь с тем, что встреча человека с этой змеей происходит в районах, где нет возможности оказать медицинскую помощь. Также следует учесть, что эфы умеют очень хорошо маскироваться в условиях пустыни, и человек может не замечать опасного соседства вплоть до момента атаки. Эфа славится своим молниеносным броском. На то, чтобы поразить цель, находящуюся в одном метре, у эфы уходит всего 0,2 секунды. Поэтому, если вы вдруг заметили эту змею, то не следует к ней приближаться на расстояние менее 2 метров. Третье место – цепочная гадюка или гадюка Рассела. Обитает на юге Индии и уверенно занимает первое место по количеству людей, погибших от ее укуса. Гадюка Рассела питается в основном крысами и мышами, охота на которых вынуждает ее приближаться к человеческому жилью. Следует отметить, что в целом змея является достаточно спокойной, однако, будучи потревоженной, бросается в атаку настолько яростно, что ее тело может полностью отрываться от земли. Характерной особенностью цепочной гадюки является S-образная боевая стойка и свист, издаваемый перед атакой. По своему действию на организм, яд цепочной гадюки очень схож с ядом песчаной эфы и, кроме того, обладает цитотоксичным действием, разрушает ткани, прилегающие к месту укуса, вызывая сильнейшую боль. На втором месте